Всем привет! Это очередная рыбалка. Сегодня мы на реке Уча, Учинское водохранилище, недалеко от дома. Последнее вот такое местечко нашли. Все занято людьми, палатками. Относительно чистенько тут, красивенько. Лес вот такой. Вот. Венек уже вот удочку разложил. Поплавочную. Место уже прикормили. Поплавочек. Сейчас будем фидера забрасывать. Ну что можно сказать по этому местечку? Выстрел один из 10 тут бывает. Из 10 раз один раз удается что-нибудь поймать, да, мам? Да, надеемся, что это сразу 10-й. Рыбы, конечно, тут мало. Ну ладно, отдохнем тогда уж. Не дома же сидеть. Хотели на Волгу ехать, проспали. Короче, на Волгу уже поздно, только сюда. Ну, хотели испробовать, что тут. Давно уже, пару лет тут не были. Хотели посмотреть, что тут да как. Тут красиво, конечно. Была бы рыбка. Но сейчас время покажет. Ну, ух ты! У нас вот такие гости. Думала, что я не сдаваю. Утята. Всю рыбу не распугают. Утятки. Вот маманька пикер собирается. Сейчас, наверное, рыбы наловит. Немерено. А вот Ванька. А вот я. Да. Привет. Привет всем. Вот Ваня. Вот Ванькин подсак. Сейчас Ванька будет рыбу доставать. Давай. Привет. Это я, Ваня. И сегодня... Готовы на папе на канал, смотрите, какая у нас рыбалка. Мы сегодня уточки. Готовили вещи. Ну вот первая рыбка на поплавок у Вени. На поплавок у Вени. Блин, она же режется. Довольный, сынок? Да, довольный. Ну класс. Полосатый матросик. Ну бери его в руку. Да, блин, он сейчас будет. Ты его так сверху вниз как бы бери, и тебя он тогда не это не порежет. У него перья торчат вверх и снизу, снизу вверх. А если ты будешь сверху вниз его брать, вот так смотри, он тебя не порежет. Сверху вниз бери, не бойся. Сверху вниз. С головы начинай, с головы. С головы давай. Вот так. Держи. Все, нормуль. И выкидывай его подальше, чтобы он тебе больше не это, не докучал. У меня? У тебя? Утка сбила, ага, блин, не сломала хоть. Жесть. По жесткому. Офигеть. Офигеть. Да их уже нету, они улетели. Что там, клюет у тебя? Ну, только что клевала, сейчас перестала. Ой, это я. Не пацан. Не надо. Кто? Твой бычок, которого ты поймала? О, Вань, давай, подсачек. Мать змею поймала. Будем змею подсачить. Так. Ну, а рыбка есть? Рыбки нету. Во, блин, а клевала-то как? Ну, не сильно, но клевала. Угу. Че, Вань, ты расстроился? Ну да. Ну ничего, сейчас мама еще поймает. Мама, кстати, у нас плотву поймала. Начала вот здесь ее поднимать без подсадчика. Ну и она, как обычно, обвалилась. Плотва такая неплохая была, с ладошечку. Сынок, а у тебя клюет там? Перестала? Шок-контент. Мастер-класс по забрасыванию фидера на водохранилище. Так, Ваня. На реке был уже мастер-класс. Нет, 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 отходи, Ваня. Ваня, свали. Не понимаешь отходи. По-русски. Ты прям стоишь как раз. Шок-контент. Хинч. Попала? Да. Класс. Мама что-то поймала. Давай, отпускай, Вань. Что-то тащит. А нет, подлезь.
Под лисичек. Поднимай, Вано. Ну, на этом месте это результат. Это результат. Это не под лисичек, да. Это белоглазка, наверное, глянь. Какие глаза у нее выпученные. Да, да. Сопа. Да? Да. Не, подлещик, подлещик. Да. Подлещик. Дай маме экстрактор, Вань. Или ножнички. Экстрактор, ножнички. У Вени там. Покажи нам. Экстрактор? Ну вот первая рыбка. Ножнички. Ножнички. Красные? Нет. Ты довольна? Ножнички вытаскивай. Давай, давай, Вань. Мама опять что-то поймала. У папы вообще глушь. Надо, наверное, на другое место перезабрасывать. Голяк. О, трофей. Класс. Первый. Второй чего? Мама второго подлещика уже поймала. Лещика? Маленького лещика. Отпустили. И этого отпустим. Если это не тот же. А может это один и тот же? Да ну ты что, он откололся, он не будет клевать. Скорее всего. Тем более этот другой размер, чуть больше. А тут беленький-беленький был. Ого, как заглотил, ничего себе. Есть возможность? Да. Хирург. Хирургическое вмешательство. Пока. Пока. Расти большой, не будь лапшой. Сынок, а у тебя там клюет, ты подсечь не можешь, да? Мелочь, наверное, какая-то. А у меня вообще ничего не клюет. Перезабрасывать, что ли, другое место вообще. Блин, ну туда, если дальше кидать, вот я кидаю, вот где кувшинки прям, ну чуть правее от них. Если за кувшинки кидать, тут уже каяки, эти моторные лодки одна за другой ходят, обрежешь шнур по-любому. Помидор. А мама кидает вот здесь, между вот тут, вот между кувшинок. Там нормально. У нее как чуть бывает клюет. У меня прям вообще не клюет. Ваня, шо, клюет? Эх, блин. Стой. А. Нет, сорвался, да? Все. А, все, Вань, стоп. Все. Эх, жаль, а как клевало, как сорвался, клевало. Да? Ты видел? Эх, не, как сорвался, не видел, но видел, как клевало. Слушай, у меня один выпьем помка. Да, не будет. Вот она. На русскую рыбалку поставьте лайки и подписывайтесь на канал. И удачи всем. Пока! Ну вот и папа распечатал на поплавок. Вот такой маленький подлещичек. Ну хоть от нуля ушел. Короче, собираемся мы, это Пяловское водохранилище, короче, Учинское, Пяловское, вот эти все, которые на севере Москвы, они как были беспонтовые 5-6 лет назад, я тут рыбачил, так и остались. Вот 2 года не был, решил попробовать, ну, как было, так и осталось, вообще ноль. Канал имени Москвы сюда же входит, просто это все ноль. Красивые, конечно, но, блин, вообще не то. Еще 3 года сюда не поеду, это точно. Ладно, ребята, всю рыбу мы отпускаем. Этого я сейчас тоже отпущу, как бы не нужен он. Всего хорошего всем, пока.